Вітаю вас. Денний ефір на телеканалі «Миколаїв» триває. Ви дивитесь програму «Це вас хвилює». 4 лютого в усьому світі і в Україні також відзначався Міжнародний день боротьби з онкологічними захворюваннями. І сьогодні ми будемо говорити про це з гостями нашої студії. Отже, до нас завітали заступник головного лікаря обласного онкологічного диспансеру Валерій Джуринський. Вітаю вас. Завідувач гінекологічним відділенням цього диспансеру Олег Коваленко. Та завідувач мамологічним відділенням обласного онкологічного диспансеру Василь Запухляк. Вітаю вас. Валерій Володимирович, наверное, первый вопрос к вам. Что за день этот 4 февраля? Почему вот на таком международном уровне отмечается вот эта дата, день борьбы с раком? Насколько это актуально вообще? Насколько это важно? Добрый день. Ну, Всемирный день борьбы с раком отмечается во всем мире, в том числе в Украине, уже 20 лет. И причиной этому является то, что онкологические заболевания как по заболеваемости, так и по смертности находятся на втором месте и в мире, и в Украине. То есть после сердечно-сосудистых заболеваний больше всего заболевает людей в мире этим заболеванием и умирает. И до 91 года количество людей в мире, которые заболели этим заболеванием, тяжелым заболеванием, составило более 20 миллионов человек. Когда эта цифра уже перешла рубеж 20 миллионов, Международная организация борьбы с раком и Всемирная организация врачей-онкологов решили, что следует обратить внимание и население всех стран, практически всего человечества, и людей, которые занимают какие-то определенные должности во власти, что нужно совместным трудом, вместе с совместными усилиями обратить на это внимание и начать активную борьбу с раком. И надо сказать, что за последние 20 лет эта борьба, в принципе, дает определенные результаты, так как у нас впервые за последние 5 лет и в мире, и в Украине началось снижение уровня заболеваемости и смертности от этого тяжелейшего недуга. А с чем это связано, снижение? Какие причины? Больше средств начали выделять во всех странах мира на диагностику этих заболеваний. Мы не секрет ни для кого, что онкологические заболевания лечатся. Но лечатся только в том случае, если их своевременно выявили. В первой и второй стадии заболевания, когда еще нет метастазов, все заболевания онкологические полностью излечимы. Но для этого нужно, первое, это подготовить квалифицированный персонал, чтобы в случае осмотра больного никто не пропустил это заболевание, нужно современное диагностическое оборудование. А диагностическое оборудование для борьбы с раком, для ранней диагностики выявления этого заболевания, это очень дорогостоящее мероприятие, это огромные суммы денег. Практически каждая больница, начиная с районной больницы, городской больницы, должна иметь такое оборудование. Решить чисто за счет Министерства здравоохранения, без участия властных структур и Министерства здравоохранения, и Верховного совета, правительства нашего, руководства наших областных советов практически невозможно. Поэтому мы каждый год проводим этот день, в том числе с целью усиления онконастороженности населения, и опять обращаем внимание местных органов власти и государства нашего на то, что эту проблему можно решить только совместными усилиями. Вот вы сказали, диагностика, оборудование. Насколько эта проблема, как она решена в области? Хватает ли у нас такого оборудования? Как обеспечены больницы Николаевской области? Ну, честно говоря, особо похвастаться нам нечем. Хотя за последние годы приобретено соответствующее оборудование, в том числе не только в онкодиспансер, но и в районные больницы. Например, 4 года назад были приобретены современные УЗИ-аппараты во все районные больницы, и в том числе в онкологический диспансер, который, конечно, способствует раннему выявлению злокачественных новообразований. Но этого явно недостаточно. Нужно, чтобы в больницах были современного уровня, не прошлого века, диагностические аппараты для выявления по различным группам заболеваний. Например, современные кольпоскопы с видеосистемами, желательно для выявления онкозаболеваний женской половой сферы. Или нужны маммографы для выявления заболеваний молочной железы. Нужны компьютерные томографы. Этих аппаратов у нас крайне мало в области.
И даже, к сожалению, аппараты, которые находятся у нас на балансе облонкодиспансера, хотя и достаточно современные, но они уже исчерпывают свой срок эксплуатации. И, конечно, в ближайшие год-два они будут нужна будет замена этих аппаратов на более современные. Если говорить о статистике, вот в Николаевской области, ну, злокачественное новообразование – это целая группа как бы заболеваний. Какие из них наиболее часто встречаются у жителей нашей области? Какие наиболее распространены? У нас немножечко отличается статистика от статистики по нашей Украине. Мы относимся к числу областей, которые находятся в южной части Украины. И это обуславливает то, что у нас на первом месте среди всех группы, всей большой группы онкозаболеваний находится злокачественное заболевание кожи. Вот. Это не только у нас, это практически во всех южных областях Украины. За счет этого, именно этой группы заболеваний, и Николаевская область относится к числу с наиболее часто встречающимися или выявляемыми онкозаболеваниями. Они на первом месте. На втором месте у нас злокачественные заболевания молочной железы. Они, если в общей структуре они на втором месте, так в структуре женской заболеваемости онкологической они явно на первом месте. На третьем месте у нас заболевания бронхолегочной системы. Это связано в первую очередь, конечно же, с вредными привычками у людей, курением, злоупотреблением этим вредным фактором, который влияет на заболевания легких. На четвертом месте у нас заболевания толстого кишечника, дальше желудка, тело матки и шейки матки. Вот. То есть, если в Украине в целом на первом месте заболевание бронхолегочной системы, у нас это заболевание на сегодняшний момент только на третьем месте. У нас на первом месте заболевание кожи. Ну и достаточно распространены, я так понимаю, заболевания женской половой сферы. Наверное, Олег Михайлович, это вопрос к вам. Вот какие причины возникновения вот этих вот новообразований у женщин? Еще в 2008 году дали Нобелевскую премию немецкому вирусологу за то, что он доказал, что рак шейки матки на 100% вызывает вирус папилломы человека. На 100%. Ну, ученые пошли дальше. За эти года были обследованы препараты и при других наших локализациях. И тоже там в 40-50% случаев был выявлен вирус папилломы человека. В связи с этим основная причина возникновения рака шейки матки особенно – это вирус папилломы человека, который, к сожалению, у нас во всем мире наблюдается где-то процентов 70 людей. Да, ну просто мы недостаточно обследуем людей по этому вопросу. Достоверных данных у нас нет, потому что исследование на вирус папилломы человека – это дорогостоящее исследование. Ну, смотрите, если у 70%, ну они же не все заболевают вот онкологическим, то есть он может вызвать онкологическое заболевание, а может и не вызвать? Да, вирус папилломы человека находится в организме человека. Если иммунитет сильный, если нет никаких стрессовых ситуаций у человека, то этот вирус в течение полугода сам уходит с организма. Ну а так как у нас жизнь сейчас вся на стрессах, то очень часто этот вирус, который сидит в ДНК-клетках, разрушает эти клетки. И получается в начале развития предракового заболевания, потом развитие – это рак. Средний процесс перехода предрака в рак от года до 12 лет. То есть у нас есть большое количество времени, которое мы можем использовать для того, чтобы выявить этот предрак, лечить, чтобы этого рака у женщины не было. А вот как предупредить онкологические заболевания, если вирус уже обнаружен или еще не обнаружен? Может быть, можно как-то профилактические какие-то меры принимать? Что нужно делать? Во всем мире, где есть страховая медицина, обязательно девочек и мальчиков, которые не начали половую жизнь, это 12-26 лет, проводят специальные прививки. Ну, к примеру, у нас в стране распространено это Церварикс, которое трехкратно прививается человек с определенным интервалом, который дает гарантию, что в течение 6-12 лет у этого привитого человека не будет вируса папилломы человека. Но, а потом надо повторять? Да. Потом, по истечению 12-16 лет, происходит повторная прививка. Но во всем мире это бесплатно, по страховой медицине. У нас, к сожалению, это все стоит денег, поэтому это вопрос серьезный у нас в стране. Василий Иванович, ну среди вот заболеваний женской как бы сферы, одно из самых распространенных, как мы знаем, это именно онкологические заболевания молочной железы. С чем это связано?
какая у нас статистика, какая ситуация, и насколько здесь вот важны методы профилактики, диагностики своевременной? Ну, прозвучало уже заболевание молочной железы. Действительно, заболеваемость самая большая среди женского населения и, к сожалению, самая большая смертность, которая выводит эту проблему одну из первостепенных. И проблема действительно не только на Украине, это во всем мире идет рост заболеваемости. И в Европе, и в Америке, и в странах центральных и восточных, это Прибалтика и Украина, занимают лидирующее положение. Вот на Украине каждые 30-35 минут новый случай рака молочной железы, и каждый час в сутки умирает, к сожалению, женщина от рака молочной железы. Вот заболеваемость большая, она, к сожалению, растет. Растет, ежегодный прирост составляет где-то 1,5-2%. Значит, если посмотреть, действительно, казалось бы, локализация наружная, да, доступная для диагностики легко. Вот, а по Украине где-то 25-30% диагностируется, к сожалению, в запущенных стадиях рак молочной железы. И вот это основная проблема, потому что на заболеваемость мы влиять, к сожалению, не можем, потому что первичная профилактика – это сложный процесс. А вот вторичная профилактика, это ранняя диагностика, это является основной проблемой и основным направлением по снижению смертности от рака молочной железы. И действительно, вот это стало не только медицинской проблемой, это уже стало общественно-социальной проблемой. Движения такие международные появились, как «Розовая лента», вот уже с 90-го года, где присоединяются ведущие политики, ведущие и короли, и королевы, и президенты, вот, и ведущие и концерны фармацевтические, и промышленность, химическая промышленность, которые присоединились в борьбе против этого заболевания. Какие причины? Почему действительно такой рост заболеваемости, такая большая заболеваемость? Значит, ну, если говорить о причинах, необходимо говорить о факторах, которые приводят к заболеваниям, потому что основные причины сейчас, как многих других онкозаболеваний, мы, к сожалению, не знаем. Но мы знаем факторы, которые приводят к этому заболеванию. И один из основных факторов – это возраст и пол женщины, человека. Значит, ну, в основном болеют женщины. Но и мужчины тоже, в соотношении где-то 1% мужчин тоже болеют раком грудной железы. Значит, в основном женщины страдают после 40 лет. После 40 лет, это возраст до 65 лет, когда пик этой заболеваемости, идет такой рост заболеваемости. Если сравнить возраст 20-29 лет и 60 лет, эта заболеваемость увеличится в 90 раз. Вот, поэтому в этом возрасте и обращают внимание на диагностику и на те пути диагностики, которые могут вовремя диагностировать и лечить этот процесс. Следующие причины – это гормональные причины. Гормональные в основном – это репродуктивные причины. Репродуктивные – это связано с менструальной функцией женщины, если нарушение идет, ранняя менструальная функция или поздний климакс. Вот, изменения, вот если нарушение поздно рожавшей или вообще не рожавшей женщины, отсутствие лактации, вот это уже доказано и давно замечено, что действительно у этих женщин чаще возникает рак молочной железы. Следующая большая группа – это группа фоновых заболеваний, которые могут приводить к заболеваемости раком молочной железы. Значит, сюда относятся хронические заболевания, гинекологические, это и воспаление придатков, это и миомы, фибромиомы матки, это заболевания яичников, заболевания щитовидной железы, печени является фоновым заболеванием, которое вызывает гормональное нарушение в организме женщины и приводит к заболеванию молочной железы. Большое значение имеет наследственность. Наследственность, мы знаем, что особенно в первой линии, по материнской линии, мать, сестра, если имеет в анамнезе, если имеет рак молочной железы случай, значит, заболеваемость, есть вероятность, что дочь или сестра может заболеть раком молочной железы, и эта вероятность очень увеличится, и в этом плане надо при
собирания анамнеза, при беседе с женщиной выяснять в отношении вот этой наследственной заболевания. А это касается только онкологического заболевания молочной железы? Вообще наследственность, насколько вот этот вот фактор влияет на статистику, на заболеваемость? Не только молочной железы. Наследственная теория, она присутствует при всех локализациях и, в принципе, имеет место. Ее надо учитывать при всех заболеваниях. Ну, я так поняла, что вот мы в основном говорим о том, что диагностика, своевременная диагностика – это как бы основа всего. Какие советы, рекомендации можно дать нашим телезрителям, как себя правильно вести, вот, ну, что значит своевременная диагностика, куда надо обращаться, что надо делать, вот, ко всем вам вопрос. Любой человек, вне зависимости от возраста, должен не менее чем раз в году проходить профилактический медицинский осмотр. У кого? Дети проходят у врачей-педиатров по месту в больницах, по месту жительства. Граждане, которые более старшего возраста, после 14 лет, они с 15 лет, они уже обслуживаются и в наших взрослых поликлиниках, должны хотя бы раз в году проходить такой осмотр. При этом смотрится и проверяется основное состояние здоровья. Общие анализы крови. Делается флюорографическое обследование. Если это люди молодые, еще достаточно раз в два года, если, ну понятно, 18-20 лет. Но если люди свыше 40 лет, нужно проводить это ежегодно. Если же это молодые женщины, они могут пройти и раз в 2-3 года маммографическое обследование при результате, что все в порядке. Но если хоть маломальски какие-то симптомы имеются, предопухолевых, например, заболеваний, которые все врачи знают, эти заболевания, их достаточно большое количество, предопухолевые заболевания, к сожалению, в немалой проценте случаев могут перерождаться. У нас на диспансерном учете у врачей Николаевской области состоит 107 тысяч людей, которые уже с выявленными предопухолевыми заболеваниями. Такие, в первую очередь, к ним хочу обратиться, что если даже выявленное предопухолевое заболевание не дает никакой симптоматики, никаких болей и ухудшения общего состояния, это не значит, что не следует обращаться к врачу. Нужно наблюдаться постоянно и пытаться лечить эти заболевания. Их можно лечить или консервативным путем, то есть без оперативного вмешательства. Можно лечить оперативным путем и не волноваться, что потом предопухолевое заболевание может превратиться в злокачественное заболевание. Это единственный метод профилактики онкологических заболеваний, на которые мы реально, и сами граждане, и медицинские работники могут повлиять. Следующим методом профилактики является то, что работники, работающие во вредных и неблагоприятных условиях труда, которые могут в процессе своей жизнедеятельности или работы сталкиваться с канцерогенными различными веществами, которые они вдыхают или попадают эти вещества в воду, что может являться стимулирующим фактором для развития онкозаболеваний, должны проходить обязательный профосмотр. Короче, каждый человек раз в году должен побывать у своего лечащего врача. И не скрывать никаких ухудшений своего состояния, никаких симптомов, которые у него в течение этого года от предыдущего осмотра появились. В случае, если есть такое какое-то подозрение, уже лечащие врачи, это семейные врачи или врачи-хирурги, которые в больницах по месту жительства, если они усомнились, это предопухолевое заболевание или это опухолевое заболевание, они направляют к нам, и мы можем установить абсолютно точный диагноз этого заболевания. Повторяю, что все онкозаболевания лечатся, если они выявлены своевременно в незапущенных стадиях. Бояться названия «онкодиспансер», как многие люди говорят, у меня уже 3 года болело или ухудшение состояния было какое-то общее, но меня направляли к врачу-онкологу, но я боюсь самого названия. Так вот, хочу сказать, что у нас лечатся не только онкобольные, но у нас лечатся, активно лечатся и больные с предопухолевой патологией, которая не поддается лечению на первичном или вторичном уровне оказания медицинской помощи. Чем раньше вы обратитесь, тем дольше вы будете жить. Вот чтобы попасть к вам в диспансер для осмотра или для лечения, что нужно? Кто может направить к вам? Какие нужны документы? С чем вот к вам могут прийти? Вот женщины к вам, например, Олег Михайлович. Что нужно делать? Знаете, мы всех принимаем. Но если направление, то здесь врач, семейный врач или участковый акушер-гинеколог дает направление.
еще там диагноз, минимальное обследование, это рентген грудной клетки, общий анализ крови, общий анализ мозга, мазок на цитологию. Нам этого достаточно, чтобы мы занялись этим человеком и попробовали ему помочь. Но, в принципе, у нас прием ведется всех желающих, которые к нам приходят. Ну, вот вы говорили о ежегодном осмотре у врача лечащего, но, к сожалению, сознательность наша оставляет желать лучшего, и многие избегают вот таких осмотров в силу разных причин, занятость, там какая-то беспечность, может быть. Если не у врача, как можно вот по своему состоянию, по самочувствию, что должно насторожить, какие симптомы? Может быть, человек он может сам почувствовать по себе, что у него что-то не так в организме, на что надо обращать внимание? Да, вот как раз наша локализация, молочная железа, имеется здесь метод самодиагностики, который, в принципе, каждая женщина, она с 20-летнего возраста должна проводить самостоятельное обследование и при изменении каких-то замеченных в молочной железе своевременно обращаться к специалисту. Значит, метод самодиагностики, самообследования, он общеизвестный. Вот врачи общей практики, гинекологи, они хорошо знают, и они, в принципе, всех женщин обучают этому методу. Метод простой, метод доступный и не требует никаких экономических затрат, и он очень эффективный. Каждая восемь из 10 женщин, они бывают диагностируют у себя опухолевые процессы даже на ранних стадиях. Сами диагностируют. Значит, она включает в себя два этапа. Это внимательный осмотр молочных желез перед зеркалом, с опущенными поднятыми руками. На что она должна обратить внимание? Это на контуры этой молочной железы, на форму соскового ареола, на цвет кожи, втяжение кожи, деформация молочной железы. И потом второй этап – это пропальпировать молочную железу. Правой рукой левую молочную железу. Это удобно делать, сидя на стульчике со спинкой. И левой рукой правую молочную железу. Прощупать все участки. Если женщина это делает каждый месяц систематически, она очень тонко замечает изменения в молочной железе. И если она щупает и находит шарики, уплотнения, какие-то узловые образования, она должна обратиться непосредственно или по месту жительства к гинекологу, или врачу любой общей практики, или непосредственно к нам в онкологию, к мамологу, врачу-мамологу. Я должен сказать, что 90% этих всех уплотнений – это доброкачественное образование. Чтобы женщины не боялись и обращались за консультацией своевременно. Потому что почему запущенные случаи? Много женщин, которые у себя находят различные изменения, уплотнения, они это сознательно не обращаются своевременно. Они боятся обращаться. И я должен сказать, что раннее обращение и ранняя диагностика – это залог успеха и путь к эффективному лечению и выздоровлению от этого заболевания, если своевременно диагностируется. Поэтому метод самодиагностики, самообследования, он должен популяризироваться, и все европейские женщины, американки, они в душевых кабинах имеют эти памятки, и они ежемесячно это все проводят. И мы тоже это все население мы пропагандируем и проводим. Хорошо, если говорить о диагностике вообще, какие методы диагностики вы считаете наиболее информативными? Какие обследования выявляют такие заболевания лучше всего? Это зависит от того, о каком заболевании онкологическом идет речь. Но есть общие методы диагностики, исходя из частоты заболеваний. Но в первую очередь, конечно же, это флюорографическое или рентгенологическое обследование органов легких, бронхов и легких. Это нужно делать обязательно. Необходимо обязательно делать ультразвуковое исследование органов брюшной полости и гинекологических органов наших, потому что это можно выявить даже в районной больнице. Необходимо делать УЗИ молочной железы, или есть в этом районе маммограф, нужно делать маммографию. Заболевание, то, что мы кожи, можно видеть визуально, оно не требует каких-то дополнительных диагностических приборов. Для этого достаточно, если появилось какое-то образование на коже, достаточно обратиться к врачу-дерматологу или к семейному врачу, и он уже сразу будет видеть, что это может быть не просто кожное заболевание. Поэтому это все, что я называю, это и есть обязательные методы исследования при проведении профилактических осмотров.
Спасибо. К сожалению, время нашей программы очень ограничено, наш дневной эфир небольшой. От я дякую вам за те, що ви знайшли можливість. У вас дуже, я знаю, напружений графік, що ви прийшли до нас, відповіли на наші запитання. Ще раз так нагадали нашим телеглядачам, наскільки важлива профілактика, діагностика, своєчасне лікування. Я вам дуже дякую. А з вами ми прощаємося, шановні телеглядачі. Побачимось в ефірі.